Привет всем участникам стрима. Сегодня мы, собственно говоря, как и обещали, начинаем варить пиво победителя нашего конкурса. Это будет пиво «Алые дни». Да? Но при этом мы помним, что в этих алых днях должно быть немножко отдохлого парня. Ну, так, чуть-чуть. К рецепту. Значит, ну, я разделил на две составляющие, да, алые. Ну, алые, понятно, все кричали, красное хотим, там, такое светлое, красное. Не вопрос. Значит, за основу мы берем, скажем, 7,5 килограмм венского солода и добиваем все это дело полкило карамельного Кара-150. Который как раз нам даст вот тот самый красный цвет. Опять же, мы не забываем про дохлого парня. Потому что, если бы я варил такое легкое пиво, я бы брал вообще суммарно там 6 килограмм солода. Я беру 8 килограмм солода. То есть наш парень будет достаточно дохлый. Это что касается алых. Теперь что касается дней. Да. Ну, каждый, пускай эти дни воспринимает в меру своей испорченности. Я буду так-то, безотносительно. То есть, если это дни, пускай даже алые, их должно быть 7. 7. И мы будем, чтобы уже было символично везде, варить 70 минут. И 7. Раз будем подбрасывать по 7 граммов хмеля. Ну, круто. Вот так вот. Я вот сидел вот тут вот и высчитывал все эти вот минуты и дни. Значит, все кричали, хотим американский хмель, хотим американский хмель. Окей, будет вам американский хмель. Значит, я придумал взять два вида американского хмеля. Первый хмель, вот он у меня открытый, уже называется фагл. Второй хмель называется чинук. Значит, я не хотел делать эти дни такими цитрусовыми, лимонными, вот всей вот этой вот цитрой, она уже всем надоела. Поэтому я взял хмель, который, ну, вот хочется вытянуть из него какую-то что-то такое травянистое, древесное, цветочки. Опять же, цветочки, потому что у нас дни, да, цветочки. Вот какие-то травки, цветочки, да, чуть-чуть, может быть, чего-то древесного. Поэтому рецепт такой. При этом нам нельзя допустить какой-то дикой горечи. Если мы начнем на горечь с хмеля чинук, мы получим просто такой вот стряхнин, что это не сможет пить никто. Во всяком случае, в ближайшие полгода, пока эта горечь как-то вот не разложится в пиве. А нам задача вот уже через 3 недели выставить победителям два ящика. Поэтому, ну, попробуем. В конце концов, пиво не для себя, варю для людей. Попробуем. На кипячение мы кидаем 7 грамм фагл. Кинули и пошел отчет, 70 минут кипятим. Чтобы опять же дальше не вдариться в лютую горечь, на 35 минут мы опять дадим фагл. А потом с шагом 7 минут мы будем чинук, фагл, чинук, чинук, чинук. То есть мы скатимся на нуле минутах уже перед вирпулом, началом охлаждения чинук. Так мы вытащим из него вот эти самые травки, цветочки. И уйдем от его лютейшей горечи, потому что альфа-кислота тут аж 13%. То есть это вырви глаз. Это вот этот хмель съесть и умереть сразу. Ну, собственно говоря, все. А, температура. Температурная пауза. Значит, опять же, делая немножко реверанс в сторону дохлого парня, надо все-таки какой-то градус в пиве сделать. То есть, ну, минимум 5 в нем должно быть. Чтобы в пиве в нашем сохранилось 5 градусов, мы пройдемся по
термопаузе. Так, где я тут записал свои термопаузы? Ну, то есть, скажем, мы будем варить при температуре 67 градусов. Это будет наше осахаривание. Это ни много ни мало, это все-таки ближе в сторону как раз сбраживаемых сахаров, то есть по нижней границе. И не забудем пройтись по белковой паузе и по паузе, когда у нас получается фермент пептидаза, это 50 градусов. Пускай азотик будет, пускай наши дрожжи хорошо кушают наш сахар. Нам нужен дохлый парень. 4 бутылки, дохлый парень. Вот так вот. Дрожжи американские, все хотели Америку, пожалуйста, Мангроув Джек, вот все, даже вот, вот звезды тут всякие. Ипы, Russian Imperial Stout, но не прошел такой стиль, извините, но тем не менее, как бы дрожжи под него подходят. Портеры и всякие разные другие похожие истории. То есть это крепкие дрожжи для дохлых парней. Ну все, начинаем варку. Рецепт, кому интересно, распишу внизу видео в комментариях. Погнали. Вот, кстати, интересно показать. Да я так декоративно выложу. Вот граница. Вот это вот карамельный солод. А вот это вот венский. Видна разница, да? И вот всего полкило вот этого солода в нашей засыпи. Ну, должны дать вот тот самый красный эффект. Вот, видите, что значит? Базовый солод, специальный солод. Если кому-то будет интересно, можно провести потом стрим, уже не с таким лютым выпиванием, а научно-популярный, где я там, не знаю, что-нибудь порассказываю про пиво, интересные какие-нибудь факты. Пока вот так вот. Уговор есть уговор. Поэтому Александр превознемогая все, начинает молоть зерно. В это время варится пиво. Вода колодезная, 7,5 градусов сейчас. Но все идет на поправку. Сейчас будет 7,75, вероятно. О, 7,75. Если посмотреть туда. Видно? Видно. Хорошо видно. В общем, мы в процессе. Так, снимаю финальный кадр. Алые дни получились достаточно алыми. И достаточно прозрачными. Они еще чуть-чуть отстоятся. И будет прям хорошо. Вся картель занята. Вся картель насыпает. Все пределы. Все пределы. Победители стрима, это вам не хухры-мухры. А месье де Гусье. Месье де Гусье? Ну вот, глоточек буквально испробуйте. Ваши ощущения и ожидания соответствуют ли? Как от алых дней. Не, ну более развернутый какой-то можете дать? Да. Горчинка такая совершенно явная. И привкус интересный есть. Надо, чтобы отстоялось, пока сложно сказать. Но то, что горечь приятная, это точно. Вкус, такой... вкус вот этот вот американский травяной... Это точно есть. Это 100%. Хвойный. Я говорю, что привкус есть такой. Неплохо. Неплохо. Да? Ну да, да, мне нравится. Постоит две недели и будет то, что надо. Ну, господа, вы не зря участвовали в стриме. Мы вышли на последний этап. В общем, до встречи после карантина. Вас ждет ваш приз. Ура!